Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики. Ну и, конечно же, здравствуйте те, кто еще не стал ни моим другом, ни моим подписчиком. Сегодняшнее мое видео посвящено тем, кто любит вязать, тем, кто любит шить, тем, кто любит просто красивые вещи, тем, кто любит разнообразные вещи. И, конечно же, тем, кто любит домашний уют и всякие украшалочки для дома, для своей одежды. Потому что в этом нам поможет магазин «Швейный мир» и замечательная машина, которую я приобрела в этом магазине. Это Джинаме Memory Craft 500E. И вот эту домашнюю тунику с милой романтичной вышивкой, которую вы видите на мне, я вышила именно на этой машине Джинаме Memory Craft 500E. Эту машину вы можете приобрести в магазине «Швейный мир». А если введете промокод Лорейн, то при покупке этой вязальной машины в интернет-магазине «Швейный мир» вы можете получить приятную скидку-бонус. Чудо-машина может стать великолепным помощником всем тем, кто занимается шитьем на заказ, вязанием на заказ, тем, кто имеет свои магазины одежды, тем, кто имеет свои ателье, и просто тем, кто любит себя и, конечно же, членов своей семьи и свой дом. Это действительно находка. Это действительно находка для всех любительниц вышивки, для всех любительниц красивой одежды. Потому что эта машина очень бюджетная по цене, позволяет выполнять крупные вышивки. В комплектацию этой машины входит несколько видов пялец, что позволит вам огромный диапазон просто рисунка выполнить как на своей одежде, так и на предметах домашнего обихода, что, конечно же, придаст уюта и придаст особенной прелести вашему дому. Буквально небольшой пример. Я эту машину, конечно же, приобретала для вязания и исключительно для вязаных изделий, но сказать исключительно я поспешила, потому что весь мой дом постепенно преображается в виде различных каких-то вышитых элементов. Вот, например, моя кухня преображается вышитыми вот такими именными салфетками. Я очень люблю сервировку стола, и мне нравятся льняные скатерти, льняные салфетки. Члены моей семьи и мои друзья были приятно удивлены, увидев во время очередного ужина вот такие вот милые салфетки рядом со своими столовыми приборами. Это, конечно же, очень здорово и очень приятно, и действительно преображает вашу кухню, делая ее более уютной, более стильной, ну а блюда, которые вы готовите, более вкусные. Эта машина вышивает с легкостью абсолютно на любых тканях. Причем она с легкостью для тех, кто вяжет, это будет особенно интересно и особенно здорово, потому что она вышивает с легкостью даже на кедмахере. Казалось бы, да, такое тончайшее, нежнейшее полотно, как кедмахер, и она с легкостью вышивает на кедмахере. Для этого всего лишь достаточно применить авалон для вышивки. Я не очень люблю флизелин, мне не нравится, как он выглядит с изнаночной стороны, но вышивка на авалоне позволяет сделать красивое украшение абсолютно на любой ткани. Вот посмотрите, пожалуйста, вот такой чудный сундучок. Согласитесь, правда же, выглядит очень стильно, очень интересно и здорово. А в этом сундучке набор ниток для вышивания Мадейра. Очень здорово, что эти нитки расположены по номерам, они пронумерованы. Вы можете заказать потом такие же нитки по цвету и восполнить
ваш чудо-сундучок. А органайзер вообще, вы видите, очень удобный. Кроме того, что он выглядит достаточно стильно и подойдет в любой интерьер. Это стильно, это здорово. И вот такой органайзер вы тоже можете приобрести в магазине «Швейный мир». Мне он очень нравится, он действительно удобен. Он может стать, кроме того, что вам приятным подспорьем, так еще и шикарным подарком для любой рукодельницы. Ну и также я для себя приобрела в магазине «Швейный мир» вот такой вот шикарный набор швейных ниток фирмы «Гютерман». Точно так же нитки пронумерованы. Набор очень удобный. Одна катушка у меня сейчас стоит в швейной машине. На нитках стоит нумерация. Кроме того, футляр, в котором они упакованы, очень удобный. Вы видите, да? То есть, если я даже потрясу, катушки не вываливаются, они плотно сидят на своих местах. И это тоже очень удобный органайзер. И когда у вас закончатся нитки определенного цвета, вы можете просто по цвету их докупить и восполнить ваш набор. Почему я говорю о подобных органайзерах? У меня несколько ящичков, заваленных швейными нитками. Зачастую это создает неудобство. Нитки путаются между собой, и когда нужно достать определенный цвет, нужно вот буквально, простите, порыться в этих ящичках. В таком же органайзере их очень удобно использовать. Кроме того, мы с вами создаем красоту. Вот такой вот органайзер. Это удобно, это красиво. И, конечно же, это функционально. Если у вас еще нет такого органайзера, либо мы думаем, что подарить в подарок другу, подруге, маме на день рождения, на мой взгляд, это шикарный подарок. Я лично была бы такому подарку рада. Очень часто бывает так, что мы заходим в магазин и по настроению покупаем какую-то вещицу. Потом приходим домой и понимаем, что это не тот цвет, который нам бы хотелось носить. Вот так у меня произошло с этой футболкой синего цвета. И у меня эта футболка лежала, я ее так и не носила. До тех пор, пока у меня не появилась эта красавица Дженна Мама Мейкрафт. Потому что потом я просто выполнила на ней вышивку. И теперь я с удовольствием ношу эту футболку. Вот к этой футболке я тоже хочу сделать вышивку. И дать ей еще одну новую жизнь. Именно поэтому я и сказала, что сегодняшнее мое видео не только для тех, кто вяжет, для тех, кто шьет, для тех, кто вышивает. А вообще для всех, абсолютно для всех тех, кто любит себя, любит свой дом, любит красивые вещи, любит необычные вещи. Для всех тех, кто хочет получить приятный релакс после работы и при этом еще и обновить либо свой гардероб, либо свой дом. Давайте же поближе рассмотрим, что из себя представляет это чудо, эта красавица. Не забывайте заглянуть в магазин «Швейный мир», который, несомненно, порадует вас своим ассортиментом, ну и, конечно же, приятной скидкой по промокоду Lorraine. И прошу вас обратить внимание на то, что я говорю именно об интернет-магазине «Швейный мир». Я хочу сделать крупную вышивку на свои вещи, которая скроет и вот это небольшое пятно, и вот это пятно от голубики. Мы берем с вами самые большие пяльцы, потому что я выбрала действительно крупный рисунок. Так как это трикотажная ткань, мне обязательно нужно использовать либо флизелин, либо авалон. Но, как я уже говорила, флизелин я не очень люблю, потому что вот эта вот неряшливость по изнаночной стороне достаточно неприятно. Авалон чем хорош? Тем, что он водорастворимый. И достаточно постирать или намочить изделие, и этот авалон просто исчезнет. Он полностью покрыл вышиваемую ткань. Нам с вами нужно уложить теперь пяльцы.
и зафиксируем. Винт затягиваем. И вот мы уже с вами фактически готовы давать новую жизнь нашей вещи. Мы решили дать новую жизнь нашей новой вещи. С учетом того, что это трикотажная вещь, она не только легко заправилась в пяльца, но и она легко растягивается. Установим пяльца в удобное положение для того, чтобы нам удобно было нашу работу заправить в пяльца. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно с вами намотать шпульку. Шпульки стоят недорого. Для шпулек у меня тоже различные органайзеры. И мне нравятся закрывающиеся органайзеры, в которой одна шпулька, один органайзер. И такие органайзеры вы тоже можете посмотреть в магазине «Швейный мир». Шпулечку устанавливаем. И вы видите, на мониторе вышивальной машины сразу появляется намотка шпульки. Нам нужно всего лишь нажать на кнопку «Старт». И начинается намотка шпулек. Открываем шпульку. Открываем шпульный колпачок и легко, следуя инструкциям и стрелочкам, вставляем нашу шпульку. Лапку можно поднять повыше, что, несомненно, пригодится многим, особенно тем, кто шьет плотные ткани и трикотаж. В некоторых случаях приходится распарывать швы. Ну, я надеюсь, что здесь мне это делать не придется. Мы с вами выбираем цвет. Либо тот, который рекомендует машина, либо тот, который хотим выбрать сами. Рисунок, который я буду сейчас вышивать, я взяла из интернета, просто скачала его с сайта и занесла в машину. Очень легкая заправка нити. Пользуемся стрелками-указателями. Автоматически заправщик нити. Опускаем лапочку. Легким движением. Нить заправлена. Машина вас предупреждает о том, что, внимание, уберите руки. Каретка передвинется в начало. Мы согласны, нажимаем на кнопку ОК. Опускаем. Ну, а нам с вами нужно нажать на кнопку «Старт». Ну, и так как у меня здесь есть лишняя ткань, которая может помешать моей машине, мне нужно будет посидеть рядом с ней и понаблюдать. Посмотрите, как легко и изящно машина вышивает. Здесь на табло пишется время вышивки. В комплект машине идет вот такой удобный стилус. И вы увидели, что действительно для того, чтобы запустить программу вышивки, никаких особенных знаний мне не потребовалось. Вы можете воспользоваться вообще готовыми рисунками, которые входят в эту машину. А можете искать готовые рисунки из интернета, а можете создавать свои собственные. Thank you.
сейчас возможно мне где-то помочь моей красавице? Вы знаете, это еще и находка для тех, кто вяжет. Особенно если мы вяжем тонкие вещи. И представьте, на тонком кидмакеле нечаянно сделали на груди, например, затяжку. Пробовали затяжку исправить, не получилось. Не получилось сделать ее так, чтобы ее было совсем незаметно. Так почему не украсить место, где эта затяжка образовалась изящной вышивкой? Закончилось вышивание первого цвета, появилась надпись «Поднять прижимную лапку». Следуем инструкциям. Цвет номер 2. Машина мне предлагает белый. Нажимаем на кнопку «Старт». Помогаем немножечко нашей машине. Придерживаем ткань. Развязать мы не захотели. И наслаждаемся процессом вышивки. А наслаждаться действительно есть чем. И вот мой белый цвет уже довышивался. Опять же следуем инструкциям. Поднять прижимную лапку. Окей. Нажимаем кнопку «Старт» и приступаем к вышиванию нового цвета. И вот пора менять следующую нить. И посмотрите, как волшебным образом моя старенькая вещь, которую я думала, не стоит ли ее уже выбросить, преображается и приобретает совершенно новый вид. И выбираем новый цвет. И я хочу, чтобы это был вот такой розовый. Ну, и нажимаем на кнопочку «Старт». И вот уже и исчезло мое пятно. Вы знаете, для того, чтобы вообще научиться вышивать, нужно приложить огромное количество усилий. Но для того, чтобы научиться вышивать на трикотаже, нужны еще и специальные навыки. Для этой красавицы никаких особенных навыков не требуется. Достаточно иметь желание разнообразить ваш гардероб красивыми, стильными вышивками, своими любимыми изображениями. И теперь мне хочется использовать вот такой вот контрастный. А в этом наборе Мадейра, благодаря тому, что нити тоже пронумерованы,
Итак, наш процесс вышивки окончен. Поднимаем лапку, отстегиваем пальцы. Освобождаем. Расслабляем ноги. И извлекаем уже нашу работу. А валом наш убираем. Остатки пригодятся для выметывания петель на трикотаже. Поэтому я такие остатки не выбрасываю. И вот моя старенькая вещичка преобразилась и получила совершенно новый вид. И я с удовольствием поношу ее еще. Если вы не решили, что хотите в подарок к 8 марта, то мне кажется, вы хотите именно это. И даже если до сегодняшнего дня вы не хотели это чудо под названием Genem Memory Craft 500E от магазина «Швейный мир», то с сегодняшнего дня это будет вашей мечтой. Дорогие мужчины, если вы еще не решили, что подарить в подарок 8 марта своей драгоценной, любимой, самой лучшей половине, то это именно то, что ей нужно, то, чему она будет действительно рада и что прослужит ей многие годы и будет радовать не только ее, но и вас в том числе. С удовольствием и благодарностью каждый раз, пользуясь этой красавицей, вспоминаю магазин «Швейный мир». Не забывайте промокод для того, чтобы получить приятную скидку на такую покупку Лорейн. Указывайте этот промокод в комментариях к заказу. Делаю его на сайте интернет-магазина «Швейный мир». Указывайте этот промокод, созвонившись с менеджером, и получайте приятные скидки, приятные бонусы за ваши покупки. И до новых встреч, друзья!